Привет, дорогие мои зрители, с вами Австралия. Ну, сидела я 13 часов в самолете, никуда не в самолете, в аэропорту никуда не выдвигалась. От греха подальше, так сказать. И в этот раз, конечно, я... если все это время я была, как говорят, лаки, то теперь со мной с левой стороны сидит пассажир. Но по-любому здесь опять у меня есть пространство для ног. So Mark Fuller Club member, it's a pleasure to see you and thank you for flying with us again. My name is Sohul Sood, your in-flight service manager. Ребята, ну, наверное, так буду лететь. So may we kindly request you to please sit back, relax and enjoy the flight with us. May I please have your attention for the safety demonstration. На улице опять дождь. И я сижу опять прямо по центру крыла. Принесли меню. А еще, ребят, принесли декларацию, которую надо будет заполнять. А это довольно-таки серьезная вещь. Если вы летите в Австралию, заполняйте все, потому что если что-то вы забыли указать, потом придется платить штраф. Так что лучше, я вот сейчас, видите, вот так поставлю вам ее. А вы потом сможете на паузу нажать и прочитать сами. Сейчас самолет трясется. Мы выкатываемся сейчас. Дорогие мои, с Богом, спаси и сохрани. О Боже, которые я вам днем показывала, они стоят просто стеной. Сейчас, наверное, трясогузки начнутся. Ну вот видите, как крыло все закрывает, потому что весь день шел дождь, так что будем сейчас лететь, влетать в облака. Ой-ой. О Боже. Очень жалко, что я никуда не поехала сегодня. Но, знаете, наверное, и правильно я сделала. Thank you.
в Гонконге прилетала сама. Прилетела ночью. Гостиница заказана не была, но на улице не осталось. Как говорится, язык до Киева доведет. Хочу вам показать вечерний Гонконг, но не удастся. Входим в облака. Расшатала самолет. Сидела. Хотела пойти встать еще одеяло одно. Очень холодно. Только встала, пошла, самолет как стал скакать, что я от страха присела. Замерзла. Я боюсь, чтобы мне не заболеть, потому что в аэропорту они, знаете как, не знаю, было так холодно, я прямо только что зубами не стучала. Ой, мамочка. Ой, ребятки, как я не люблю летать. Как-то дома спокойнее. Австралия это хорошо, но это далеко. Буду смотреть «Богемиан Рапсоди» про Фредди Меркури. Ну, что тут? Английском, корейском, немецком, японском, французском. Ребята, ужин. Горячее не притронуться. Ой! Чуть не свалила. Принесли ужин. Я вам говорила уже про это масло. Это масло Лорбак, очень вкусное. Это что такое? Шоколадка, по-моему. Салат с кукурузой. Митболы. Это так называются тефтельки.
дорогие мои зрители. Вот так вот. Не пью. А уже четвертый раз. Два раза, когда летела в Алмату, и сейчас. Ну, что я могу сказать? Нехай у нас будет все хорошо. И ничего нам за это не будет. Начинаю пробовать. А еще, знаете, в Астана давали со Stainless Steel, здесь выдают с пластики. Вообще, Астана молодцы. Салат с кукурузой очень вкусный. Три закуски начинаются. Ну, вы поняли. Очень вкусные тефтели. Очень вкусные, вы знаете. Просто были как домашние. И я с голодухи. То, что днем поела пол тарелки супа китайского. Я была такая голодная. Не знаю, как саранча все съела. Кошмар какой-то. Завтрак принесли. Арбуз, дыня. И еще дыня, по-моему. Опять масло. Джем. Йогурт. Кофе, булочку. А это... это, по-моему, омлет. Да, вкусные. А это грибочки. Рядышком. Алло, где мы? Показывай. When it is fine, slightly hazy, like westerly wind. Temperature at the moment 15 degrees. On behalf of the whole crew at Cathay Pacific for flying first, and we do wish you a very pleasant stay. Thank you. Cabin crew, 30 minutes to landing. Thank you. Что это там крутится? Осталось, пишут, 40 мили. А уже 34. 53 километра. Зеленая. Не зря называют
зеленый континент. А еще зеленый континент — это зеленый город, это Алматы. Вот видите, как все, весь вид крылышко закрывает. В общем, то на турбине сижу, то на крыле. Вот видите, прямо сверху видно. Да, вот это вот все поселение. Все леса повырубили. Сюда очень хорошо это видно. Ой, батюшки, ну и звук. Ну и звук. Ой. Шасси выпустил, у меня аж... Ой, что-то страшно. Какой-то грохот, что там, где валится. О, господи. Вообще, конечно, летели мы очень хорошо. Несколько раз тоже трясогузки были. Ну, вот так вот. И телефон у меня уже, батарейка закончилась. Уже не знаю, будет снимать или нет. Красота какая. Ой. Экран темный у меня стал уже. А, возможно, это Кронала. Вот это вот. Темный. Так что сейчас закончится. Не знаю, успеется видео сделать или нет. Из пилотской кабины видео бы хорошее получилось. Ну что? Там трамвай идет. Трейн. Очень большой.
дорогие мои зрители, прилетела. Батарейка у меня закончилась, приземление не сняла. Буквально на последней секунде. Слушайте, это вообще. Поймала я такси в аэропорту. Приехала домой, а у нас здесь ехать очень-очень близко. Обычно самое большее, что мы платили, это $25. Здесь я смотрю $36. Но это еще не все. Индус за рулем сидел в наушниках. В одной руках держал руль, а в другой микрофон. И все это время, которое я ехала, он болтал, не затыкаясь. И вот он уже меня привез, и еще потом я посмотрела цену, он еще и спрашивает: ты сколько мне дашь на чай? $5 или $10? А, ребят, знаете, что в Австралии, это не в Америке. Здесь на чай, здесь многие, в принципе, даже не знают, что такое дать на чай. Но мы, так скажу, у нас это принято давать в ресторанах и таксистам. Но настолько такой наглости, когда мне сказали, у меня отвисли челюсти. Я ему, знаете, как сказала, я махнула рукой, ну, там уже 36, я говорю, возьми $4 себе. В общем, он мне дает $10 сдачу, злой как собака. В это же время продолжает болтать, а я ему сказала, я говорю, послушай, я говорю, ты работаешь таксистом, и болтать за рулем так, это, говорю, вообще-то опасно. Он садится в машину, выгрузил мои вещи, я поволокла одну сумку, вот это, вот, и слышу трах-бах, трах-бах, смотрю, он когда разворачивался, вот этот вот чемодан у меня срушил, выскочил из машины и еще стал на меня орать. Я думала, что ты их всех отнесла, да как же я все отнесла, когда я... Один поволокла, стою у него перед носом. Слушайте, это вообще завал. Завал. Смотрите. Смотрите, что сделал с чемоданом. Чемодан без ручки, так скажу. Вот. Весь перекосился, перекосоежился. Слава Богу. Все, что там у меня, я покупала крема, все, там коробочки эти поломались. Это ничего не повредилось, потому что это не так страшно. И разбилось, сейчас я вам покажу, что. Зрительница подарила мне вот эту картинку, она была в рамке под стеклом. Рамка напополам, стекло в дребезге. И вот тут я нашла у нее, оказывается, была подпись. Так что, дорогие мои, вот так вот у меня закончилось мое путешествие. Как говорится, как обычно, не срачка, так болячка. А вообще, знаете, я была настолько уставшая, мне надо было такого горе-водителя позвонить к нему на работу и сказать, что таким, в принципе, в такси делать нечего. Ребят, а с вами была Элла Австралия из Австралии, теперь учи. Всего доброго, пока, мои дорогие.